4 августа в Выборг приедут многочисленные гости из Ленинградской области, чтобы отметить 91-й день рождения региона. На протяжении нескольких месяцев велась напряженная работа по приведению в порядок фасадов домов-памятников, благоустройству общественных пространств и дворов, замене освещения, озеленению. Накануне праздника первый заместитель главы администрации Владимир Рожкович еще раз вместе с подрядчиками проинспектировал центр города, где состоятся основные мероприятия празднования Дня области, и дал необходимые указания. Жители и гости Выборга отмечают, что преображается не только центр. Масштаб уже проведенных и ожидаемых работ в нынешнем году просто поражает. В городе значительно увеличится количество дворов, обустроенных по современным стандартам, благодаря программе формирования комфортной городской среды. Проведено дополнительное озеленение ряда территорий. Более 400 вазонов установлены в центральной части Выборга и Южном микрорайоне. Цветами украсили разделительные полосы выборгских автомобильных дорог. Восстановлен газон на Ленинградском проспекте. Модернизация объектов внешнего освещения в Выборге осуществляется в рамках муниципальной программы благоустройства. Заменено более 200 фонарей. Не только в парке Ленина, но и на Рыночной площади, на набережной Солоколахте, в сквере на улице Прогонной и других улицах центральной части Выборга. У юных выборгцев появилось больше возможностей для игр. Оборудованы места массового отдыха детей. Игровые комплексы включают в себя качели, горки, карусели, спортивные тренажеры. И не зря многочисленные гости нашего города от всей души желают ему дальнейшего процветания.